Добрый день! Сегодня мы будем говорить о цифрах. И не просто цифрах, а о географических координатах. И сразу же прочитаем вопрос. Определите, у какой республики в составе Российской Федерации столица имеет географические координаты 56 градусов северной широты и 49 восточной долготы? И опять мы призываем вас внимательно смотреть на вопрос. В нем часто содержится подсказка, которая может существенно помочь сократить поиск нужного объекта. В самом вопросе нам подсказывают, что следует открыть политико-административную карту России, а в нашем атласе это страницы 8-9. А вот в этом вопросе нам напрямую говорят, что нужно открыть политическую карту мира, которая есть в любом атласе за 7 класс. Определите, столица какой страны имеет географические координаты 6 градусов южной широты и 107 градусов восточной долготы. Как еще можно понять, какой атлас следует выбрать, если таких прямых подсказок нет, как, например, в этом вопросе? Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 56 градусов северной широты и 60 градусов восточной долготы. Достаточно помнить, в пределах каких географических координат находится Россия. Для этого нам нужно открыть карту с крайними точками России за 8 класс. Мы видим, что по широте Россия расположена от 41 до 71 градуса северной широты, а по долготе от 54 градусов восточной долготы до 169 градусов западной долготы. Если координаты находятся в этих пределах, то стоит открыть атлас России, а вот если выходят за них, то атлас мира. В нашем случае это атлас России. Причем тут просят найти горную вершину, поэтому подойдет физико-географическая карта России. Иногда так случается, что объект на карте мира или России сложно найти из-за того, что он не столь крупный или важный, как вот в этом примере. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 46 градусов северной широты, 7 градусов восточной долготы. Тут мы можем посоветовать вам открыть региональные карты мира или России. В нашем примере видно, что горная вершина находится за пределами России, и искать ее будем в атласе за 7 класс. Но для этого мы откроем не карту мира, а физическую карту Евразии. И там сможем отыскать нужный нам ответ. Теперь перейдем непосредственно к тому, как же определять географические координаты. Немножко теории. Географическая широта – это угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0 до 90 градусов по обе стороны от экватора. Все, что находится севернее от экватора – северная широта, а южнее от экватора – южная. Как на практике мы можем определить широту? Давайте сразу же найдем широты в наших вопросах. Откроем атлас 8-9 класс на странице 8-9. Найдем на ней обозначение широт. Найдем подписи этих широт. 40, 50, 60 и 70 и 80. У нас в задании указано 56 градусов северной широты. Вначале мы найдем 50-ю широту, потом 60-ю. Видно, что параллели у нас идут через 10 градусов. Давайте разделим расстояние между ними на 10 равных отрезков. Каждый отрезок – это 1 градус, а середина этого расстояния – это 55 градусов. А нам нужно найти 56-ю. Значит, поднимемся чуть выше. Вот она. Таким же образом определяем широту и в этом задании. Только карту мы заранее поменяем. Нам нужна физическая карта России на странице 10-11. Нам нужно найти 50-ю и 60-ю параллели. Хорошим ориентиром в данном случае будет полярный круг, обозначенный на карте пунктирной дугой. Широта полярного круга составляет 66,5 градуса, поэтому параллель 65 будет чуть южнее. Также найдем широту и в этом задании. Как вы видите, искать широты не очень сложно, но будьте внимательны. Всегда ищите, между какими параллелями находится нужный объект, чтобы не совершить ошибки. Поскольку в северном полушарии широты идут на увеличение при движении с юга на север,
А вот в южном полушарии все наоборот. С юга на север значение широты будет уменьшаться. И, наконец, задание со столицей. И тут мы сможем найти широту. Обратите внимание, в этом задании дана южная широта, поэтому мы будем искать ее южнее экватора. На мелкомасштабных картах шаг между параллелями большой. В нашем случае он составляет 10 градусов. Но принцип поиска широты объекта в этом случае не меняется. Надеюсь, что определение широты не будет вызывать у вас затруднений. Но определить это значение – это всего лишь 50% успеха. Ведь нам нужно еще найти долготу. Что же такое долгота? Долгота – это угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью нулевого меридиана. Значение долготы, в отличие от широты, находится от 0 до 180 градусов. И если искомый объект находится западней от нулевого меридиана, то речь идет о западной долготе. А если восточной, то о восточной. Как на практике мы можем определить долготу? Давайте сразу же найдем долготы в наших вопросах. Найдем на ней обозначение долготы. Они меняются от 10 градусов восточной долготы до 180. Видно, что они идут шагом в 10 градусов. Нам нужно найти 40-ю и 50-ю долготы. А 49 будет тут. Соединяем значение широты и долготы. И мы видим, что это город Казань. Но будьте внимательны. Нас просят найти республику, в которой находится город Казань. Поэтому мы должны вписать в бланк ответов Татарстан. Также найдем долготу и в этом задании. Здесь нам повезло, поскольку горная вершина расположена ровно на 60-м меридиане. Совмещаем координаты и получаем ответ. Гора Народная – самая высокая точка Урала. Точно так же найдем вершину и в этом задании. Ближайшие меридианы – 0 градусов и 10 градусов восточной долготы. Между ними ищем 6 градусов. Соединяем значения широты и долготы. И мы видим, что эта вершина – гора Монблан, самая высокая точка Альп. Сейчас решим задание с поиском столицы. Здесь нам нужно найти 107 градусов восточной долготы. Нужная меридиана находится между 100 и 110 восточными долготами, ближе к 110. Соединяем значения широты и долготы. И нам становится понятно, что перед нами Джакарта. Но опять-таки организаторы просят назвать не сам город, а государство, в котором находится столица, имеющая координаты 6 градусов южной широты и 107 градусов восточной долготы. И правильным ответом будет Индонезия. Как вы видите, задание на поиск географических координат требует работы с картой, а навыки формируются при постоянной тренировке. Чем чаще и больше вы будете определять координаты, тем успешней вы выполните это задание. А наша команда сделает все, чтобы все вопросы ОГЭ по географии для вас были элементарны. И вы смогли сдать экзамен на 5. До новых встреч!